Всем привет! Сегодня у меня небольшой видеообзор по моим шапочкам, чепчикам, которые я связала. Давайте начнем вот с этого вот чепчика. Вот такой вот чепчик, вязанный крючком. Вязание начинается с задней части. Очень легко. Ссылочку я оставлю внизу под видео, как я вяжу. Вот они, вот эти вот чепчики. Вот этот чепчик мы там вяжем. Немножечко на размерчик больше, но аналогично вяжется такой же чепчик от 0 до 3. Здесь идет уже от 4, от 3 и до 5 до 6, наверное, смотря какой ребеночек. Но это мерить надо, конечно. Так, узор здесь можно, все что угодно здесь можно. Можно бабочку, можно цветочек, можно цветочки, какие-нибудь колокольчики, там, я не знаю, можно аппликацию, можно кожаная аппликация, можно вязаная аппликация. Это уже как у вас работает фантазия. Смотрите, здесь у меня завязочки. Вот такие обычные. Здесь у меня завязочки. Мои фирменные. Я и на пинетках вяжу, и на кофточках. Вот такие вот завязочки. Они вязаные, при стирках не отваливаются. В общем, вот такие вот чипчики. Обвязка тоже у меня здесь крючком. Ничего сложного, девчонки. Очень легко. Очень легко и быстро справится даже самая начинающая вязальщица. Вот такой же чепчик я вязала аналогично, видите? Без аппликаций, без рисунка, без ничего. Классика, да? Классика жанра, так скажем. Может, кому-то не нравятся ни бабочки, ни цветочки. В принципе, подойдет как для мальчика, так и для девочки. Аналогично вязала, как вот такой вот чепчик. Все то же самое, девчонки, ничего сложного нету. Ничегошеньки. Так, вот такую вот шапочку я вязала. Тоже ссылочку, как я вязала такую шапочку, я оставлю под видео. Смотрите там, будьте внимательны. Таких шапочек много в Ютубе, но моя шапочка отличается чем? Отличается вот такими вот завязками. Да? Вот такие вот в 3D у меня получаются цветочки. Такого нигде нет. Если кому-то понравится, пожалуйста, заходите, смотрите, вяжите вместе со мной, вяжите с удовольствием. И пусть у вас все хорошо получается. Даже лучше, чем у меня получается. Так, добавила здесь бусинки. Бусинки не приклеены, а пришиты. Девчонки, пришиты. Я за безопасность. Вот, ну, стараюсь, по крайней мере, максимально больше безопасности. Здесь идет шапочка от 0 до 3. Вот. В описании, в видео я даю описание, какая ниточка, размерчик, все-все-все, пожалуйста. На 5 спицах связана шапочка, аналогично связана. Вот эта шапочка, здесь уже шапочка, она побольше идет, от 3 до 6, наверное, вот, месяцев. Тоже оставлю ссылочку. Завязочки здесь у меня тоже, вот, как на вот чепчике, вот такие вот у меня завязочки. То есть, все очень легко и быстро. На 5 спицах тоже. Рисуночек здесь небольшой с путанкой. Здесь у нас, видите, резиночки нету, но у нас вот такая вот тут идет как заварушка. Здесь у нас резиночка, тоже вяжется на 5 спицах без шва, с ушками. Ну, в принципе, оформить вы можете как угодно. И приклеить, или пришить, или связать, вязать, что угодно. Вот. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик по вязанию моих шапочек, чепчиков. Вот. Благодарю всех, что заходите ко мне в гости, смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. Ваши комментарии – это самая лучшая награда. Самая-самая лучшая награда. Девчонки, всех благодарю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в гости. Не забудьте, девчонки, не забудьте нажать на колокольчик тут внизу с правой стороны, в правом нижнем углу. Написано колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю всем ровных петелечек, вдохновения и будьте здоровы. Всем пока-пока. С вами была Татьяна.